Мы слышим вас и видим, Дмитрий, здравствуйте. Да, у нас сейчас свет погас немножко, но... Но мы давайте... вас видим, кстати, очень хорошо, да-да-да. Да, почему свет погас? А что случилось, да? Ну, периодически перебои со светом бывают. А вы где сейчас, скажите, пожалуйста, мы вот как-то... В Украине. В Украине. Город нельзя называть. Вы знаете, человек, который имеет уголовное дело по трем статьям от Российского следственного комитета, а также запись в реестре российском, как вот свет появился, как террорист и экстремист, априори не должен называть место, где он находится. Но одно скажу точно, это Украина. Хорошо. Дмитрий, мы начали обсуждать российских пропагандистов и пропаганду, как она развивается. Вот на днях источники «Медузы» говорили, что в Кремле не понимают, как закончить войну с помощью переговоров и без обрушения рейтингов Путина. И администрация президента критикует пропаганду из-за того, что она переборщила с нагнетанием темы нацизма в Украине. Вот вам как здесь кажется, кто на самом деле задает тон? Пропаганда, и ее слушает Путин и Кремль? Или же все-таки сверху пропаганде кидают какие-то темы, которые она прощупывает? Безусловно, пропаганде кидают темы сверху. Я не верю в то, что Соловьев или Скобеева или прочие сволочи, они самостоятельны. Нет, они марионетки в руках тех, кто отвечает за кремлевскую пропаганду. Поэтому сетовать на то, что пропаганда заводит общество, а Кремль уже хочет пойти на переговоры, это не так. Кремль не собирается идти ни на какие переговоры. Кремлю нужно только одно – капитуляция Украины. Вот эти переговоры в понимании Москвы были бы идеальными. Кремль хочет получить Украину полностью вместе с Киевом, со столицей Киевской Руси. Поэтому ни о каких переговорах речи вообще не идет. И сегодня пропаганда выполняет те задачи, которые ставит перед ней Кремль. Однозначно. А скажите, хотелось уточнить, Дмитрий, когда вы говорили про то, что, понятное дело, почему место нельзя называть, это мы поняли, но вы говорили про Следственный комитет России, а вы думаете, в Украине он может до вас дотянуться все равно сейчас? Ну, вы заставляете меня говорить какие-то вещи, хорошо, я вам скажу. В Украине действует большое количество диверсионно-разведывательных групп, у которых есть ориентировки, они знают, что нужно делать с теми или иными людьми. Поэтому еще раз хочу вам сказать, мне не разрешают сообщать место моего нахождения. А нет, не спрашиваем. Конкретное место ни в коем случае не спрашиваем. Одно могу сказать. Я в Украине. Да, скажите, пожалуйста, по поводу пропаганды, для которой ключевой стало, естественно, 9 мая. Это давно было для Кремля такой единственной скрепой оставшейся. Сейчас они снова начали говорить про День Победы и 9 мая. Они явно стремятся, это уже не скрывается, осуществить что-то к этому дню. Как вы считаете, готова Украина испортить планы Путина? Может ли? Он говорит, утверждает, что все идет по плану. Он, наверное, имеет в виду план, который он употребляет, потому что говорить такую байду можно только употребляя план, а может и иные средства взбудораживания. Я считаю, что планы России потерпели уже фиаско, причем с самого начала войны в Украине. После массированной поддержки наших союзников и партнеров вообще говорить не о чем. После того, что Конгресс одобрил предоставление Украине ленд-лиза, вот с этого дня можно говорить о том, что Россия с ускорением несется в пропасть, в бездну. И ускорение может быть настолько серьезным, весомым, что она пробьет дно просто с размаха. Я хочу сказать вам, что 9 мая, конечно, приступ победобесия будет в Москве, в России, как, впрочем, и всегда. А этот день вообще, вы знаете, для меня 9 мая – это особый день. Это день скорби, день памяти, день, знаете, есть хорошее украинское слово «жалоба», день жалобы по погибшим десяткам миллионов людей, которые боролись с гитлеровским фашизмом. А сегодня Украина и весь цивилизованный мир борются с путинским фашизмом, с российским фашизмом. Но для начала России я бы посоветовал вместо проведения помпезных парадов и бряцания оружием
просто пособирать тела солдат, погибших во время Второй мировой войны, которые до сих пор лежат в Брянской, Псковской, Новгородской, Волгоградской областях. Просто пособирать тела, похоронить по-человечески. Просто вставить зубы уцелевшим старикам. Просто дать им какую-то денежку, чтобы они себя лучше чувствовали. А не проводить эти парады, на которые весь мир смотрит уже, знаете, с юмором, потому что российская техника и российские войска показали в Украине, что они являются блефом. Это разворованное, дискредитированное, деморализованное быдло, стадо, которое способно только насиловать женщин и девочек и убивать безоружных людей, стоящих на коленях выстрелами в затылок. Больше ни на что это стадо тупое, обдолбанное пропагандой, о которой мы с вами только что говорили, не способно. В каком сейчас состоянии моральном находится Украина? Потому что, как я понимаю, да, и люди, во-первых, возвращаются, многие, кто в первые дни уезжал. И сейчас уже понятно, что Украина дает очень достойный отпор. А какое моральное состояние, с одной стороны, людей, а с другой стороны, армии? Есть такое очень хорошее, опять-таки, украинское слово – піднесення. Учим вот сегодня украинский с Дмитрием Гордоном. Да, есть очень точные украинские слова, которые хорошо отражают смысл. Піднесення – это не эйфория, это піднесення. Это такое чувство, когда весь народ, вся армия полны решимости поскорее избавиться от этого войска, в кавычках, которое пришло на нашу землю, выгнать его со всей территории, на которой он еще находится, с украинской территории, и отпраздновать победу. Вы знаете, я сегодня, мы с друзьями сидели и говорили о том, что я вот сказал, что когда мы победим, я выпью стакан водки на радостях. Мы, знаете, до победы я не знаю, сколько осталось. Может, день, может, 10 дней, может, год. Никто не знает. Это может произойти завтра, а может произойти послезавтра, а может и позже. Но в том, что мы победим, не сомневается никто, ни один украинец. Скажите сегодня ребятам, которые воюют, ребята, надо пока отойти назад, никто не отойдет назад. Все хотят идти вперед, все хотят поскорее выгнать эту сволочь с украинской территории. Да, на неделе Путин вновь угрожал миру применением ядерного оружия, мол, если кто-то сунется, мы вам такое покажем. Пропагандисты говорят о том, что мы окажемся в раю, все остальные умрут. Как вы считаете, есть ли риск все-таки применения ядерного оружия, на ваш взгляд, и что говорят в Украине об этом? Я вам скажу то, что я думаю, выскажу свою точку зрения. Путин, психологически, если разобрать его, когда он принял решение идти в Украину и завоевать, захватить Украину, он об этом не говорил. Он не угрожал. Он спокойно делал свое дело. Когда имеет серьезные замыслы, делают. А когда боятся, начинают пугать. Причем вслух. Или блефовать. Или блефовать. У меня есть ощущение, лично у меня, что Путин сегодня находится в состоянии паники, ну или полупаники. Он не ожидал абсолютно. Он хорошо изучил западный мир. Он посмотрел, как они себя вели в разных ситуациях. В Грузии, в Украине в 2014-м. Он для себя понял, что это продажные люди, многих из которых, лидеров многих стран, он купил. Купил и многих других людей, серьезных политиков в этих странах. У него была четкая уверенность, что западный мир ведет какие-то санкции для приличия, побурчит, поругается, выразит глубочайшую обеспокоенность, а мы тем временем за 3-4 дня заберем Украину, и на этом все закончится. И даже если будут какие-то санкции, да и черт с ним. Он не ожидал, что Украина будет так героически сражаться. Он не ожидал, что под впечатлением от этой героической вообще обороны своей страны Запад врубит санкции. Ну и, конечно, ленд-лиз, поворотный, я считаю, момент в истории этой войны стал для Путина шоком. Во-первых, Путин обнажился. Он показал, что никакой армии у него нет.
то, что мы увидели, и то, что мы знаем, а американская и британская разведка отслеживают все. Благодаря технологиям, которых, опять-таки, у России нет, она пользовалась только западным, но Запад не все и давал. Благодаря технологиям сегодня из космоса, со спутников американских, можно увидеть спичечный коробок, который лежит на полу в моей комнате. Можно увидеть меню в любом ресторане крупными буквами. То есть никаких тайн, Россия как на ладони, никаких тайн, никаких секретов. Запад прекрасно знает, что есть у России, в каком состоянии. И поэтому Путин прекрасно понимает, что ударная мощь стран НАТО, особенно Соединенных Штатов Америки, в десятки раз превосходит устаревшая, советская, заржавевшая, украденная когда-то тоже у Запада оружие. Поэтому Путин может только рассказывать про ядерные удары. Погибать ему тоже не хочется. Он награбил Россию конкретно. Бабок у них немерено. У него и у всей его шарашки, шарашкиной конторы. Поэтому я очень сомневаюсь, что они хотят умирать. У Путина сегодня главное желание сохранить лицо перед россиянами, чтобы его не убили свои же. Поэтому он маневрирует, он еще огрызается, он пытается Запад там что-то учить уму-разуму. Запад очнулся, встал, рванул ворот рубахи и сказал: «Ах ты, крысеныш, ты хотел нас, не получится, мы тебя». И они его, и очень ярко, и наглядно, и скоро, и на наших глазах. И мы это все увидим. Встали в полный рост и выебут его так, что мало не покажется. Да, Дмитрий, вот мы сейчас видим множество новостей о том, что на российскую территорию тоже стали прилетать ракеты со стороны Украины. В общем, не всегда это комментируется официально. Как в Украине реагируют на то, что приграничные регионы Российской Федерации также попадают под обстрел? Выскажу опять-таки свое мнение. Идет война. Российская Федерация, ее армия бомбят украинские города, бомбят мирных жителей, сбрасывают авиационные бомбы на наши жилые кварталы, убивают детей, издеваются над мирными жителями там, куда они доходят. А как вы хотели, чтобы мы не отвечали? Мы будем отвечать. Мы уже отвечаем и будем отвечать. Я не удивлюсь, если в ближайшее время, учитывая то, какое оружие у нас появилось, будут бомбить российские города, не, подчеркиваю, не жилые кварталы, не мирных жителей. Украина не кровожадная, не подлая, не гадкая страна. Мы будем бомбить, уверен, нефтебазы, аэродромы, стратегические объекты, объекты инфраструктуры. Бомбы будут падать уже на российские города, и война переместится на территорию Российской Федерации. И разговор будет простой. Но Владимир Путин тоже обещал бомбить только инфраструктуру сейчас. Владимир Путин лгун и подлец. Он обещал бомбить инфраструктуру, а бомбит наши города. Убивает мирных жителей. Сегодня 21 век, у нас есть вся видеофиксация того, что происходит в Харькове, в Мариуполе, в Чернигове, в Киеве, в Изюме, в целом ряде других городов. У нас все зафиксировано. Это не 41-45 годы, когда ни фотографий как следует не осталось ничего. Все фиксируется. Поэтому если Путин и, как говорят, 79 или 80% этих сумасшедших в России, которые его поддерживают, думают, что вот так можно бомбить нас, а им ничего не будет, то я хочу сказать, будет и очень скоро, и много, и сильно, и ярко. И тогда посмотрим, и тогда поговорим. Да. Скажите, кстати, вот по поводу того, что все зафиксировано, действительно все зафиксировано, еще и приедут, я так понимаю, те, кто будет проводить расследование, да, для трибунала в Гааге. Это все данные собираются, аккумулируются. Но вот все равно по-прежнему европейские лидеры... Простите, пожалуйста, да. Я вас прерву. Да. Не просто зафиксировано. Украинская разведка с помощью своих коллег из западных разведок, украинская военная разведка, имеет все исходные данные каждого человека, который пересек границу с Украиной. В
все солдаты, офицеры, генералы, я видел лично эти, как это назвать, не анкеты, а их исходные данные. Фамилия, имя, отчество, год рождения, место рождения, ну, дата рождения, место рождения, личный номер, номер автомата, оружие, да. Был ли за границей или не был. То есть, ну, фотографии, все, адрес домашний, телефоны. Каждый человек, который все зафиксировано, пришел, да. Все идентифицирован. Зафиксировано. И я очень важную вещь скажу. Идентифицирован каждый. Раз. Второе. Значит, все, кто совершали преступления в Буче, в Ирпене, в Ворзеле, Бородянке, в других городах, идентифицированы и они. Дальше. Идентифицированы коллаборанты, предатели. Сейчас в Украине массово, я уже хочу сказать, убивают коллаборантов. Это делают наши специальные службы. Убивают как целыми отделами, как на совещании в Кременной. Они собрались в оккупированное время на Кременной и начали что-то там решать. Весь дом разбомбили. И убивают по одному. Я вам скажу больше. Всех, кто совершал преступления в Украине, все будут пойманы и наказаны. Кто ликвидирован, уничтожен. А кто доставлен в Украину для суда. В Украине создается мощная служба наподобие управления Моссада в свое время. Вы помните, Моссад отслеживал всех нацистских преступников, виновных в Холокосте, кого убивали на месте, ликвидировали, скажем так, кого привозили в Израиль, как Эйхмана из Аргентины для суда. Точно так же будет со всеми российскими нацистами. Точно так же. Угу. Прошу прощения, что прервал. Да, уточнить хотел именно вот то, что все зафиксировано, то, что вы сейчас сказали. После этого, после всех этих ужасов, то, что творилось и творится на территории Украины, в том числе в Харькове, в Мариуполе, в Буче, то, что мы видели, возможны ли переговоры? Потому что западные лидеры, западные дипломаты европейские продолжают говорить, что мы верим в диалог и в переговоры. Возможен ли этот диалог и переговоры на фоне вот этих, всех этих зафиксированных зверств? Я не верю в переговоры. Я могу ошибаться, я не категоричен. Там, где я знаю, я категоричен. Я вот сказал о том, что будет с теми, кто убивал украинцев и мучил наших граждан. Там, да. Здесь не категоричен. Но я считаю, что переговоры невозможны. Потому что мы просто давайте представим эту ситуацию. Садятся друг напротив друга Путин и Зеленский. Какая цель у Путина, чтобы нормально вернуться в Москву с этих переговоров? Ну, Крым наш. Донбасс наш, Херсон наш, что-то еще наше. Другого варианта же для него нет. Если он скажет, все, Донбасс забирайте, а зачем он шел в Украину? А зачем положено столько русских солдат, столько техники убито и так далее? Значит, Донбасс нужно, чтобы был его? Давайте сосредоточимся на Донбассе. Нужно. Он может уступить Зеленскому Донбасс? Не может. А что, Зеленский может признать, что Донбасс – это Россия? Не может. О чем договариваться? Как? Сегодня, когда в Украине столько западного оружия, новейшего, которое на десяток голов превосходит российское оружие, когда такая мотивация у украинских воинов героических, о каких переговорах речь? Мы будем гнать их и из Крыма, и из Донбасса. Вот это единственный вариант. Поэтому переговоры невозможны, на мой взгляд. А как вам кажется вероятность вмешательства в эту войну? Реального вмешательства, а не только помощью оружием, гуманитарной помощью. А другие страны, вот в Москве спекулируют о том, что Польша может вмешаться. Также мы видим и в Приднестровье происходят какие-то конфликты. Вы здесь что думаете? Я считаю, что ни одна западная страна не будет вмешиваться в войну между Россией и Украиной. Помогать оружием – да. Помогать инструкторами – да. Обучать – да. Вмешиваться – нет. Ни одна страна непосредственно вмешиваться не будет, как мне кажется. Все, спасибо большое вам. Спасибо, что подключились к нашему стриму. Дмитрий Гордон, украинский журналист, блогер, был с нами на связи. Но мы будем следить дальше за вами, да, и за вашими эфирами тоже интересными, Дмитрий Гордон. Когда вы говорите «мы следим за вами», я начинаю дергаться. Я чувствовал, что за мной кто-то следит. Мы не спецслужбы, мы в общем... Спасибо. Спасибо. Пока Дмитрий Гордон с нами, к нам присоединилось очень много зрителей, я хотел бы всем сказать спасибо. Ставьте, пожалуйста, нам лайки. Спасибо, Дмитрий.
Спасибо. И подписывайтесь на наши телеграм-каналы. У меня «Французский вестник», а у Богдана, я все время забываю, как он называется. «Экономика русского иммигранта» – очень простое название. Да, с Дмитрием мы прощаемся. Мы с вами на связи, будем еще.